Вчера сильные новости писали про двух женщин в банных халатах на одном из катков Гомеля. И вот пришел ответ от гомельских мужчин. Читатели сильных новостей снова жалуются на Новобелецкий мост. А Белстат говорит, что средняя зарплата в Беларуси за декабрь стала рекордной за всю историю наблюдений. 13 февраля на календаре, в студии сильных новостей Алексей Шкуров. А вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Вчера сильные новости писали про двух женщин в банных халатах на одном из катков Гомеля. Спустя несколько часов в редакцию пришел ответ от гомельских мужчин. По словам парней, вингфойлом они занимаются и зимой, и летом. После просмотра публикации сильных новостей решили записать ответочку и сняли крутое видео в банных халатах на льду Володькиного озера. Яркое солнце, снег, лыжи и крыло в руках. Кто может быть лучший выходной день? Есть варианты. Записывайте свое видео и присылайте нам. Сильные новости обязательно его опубликуют. Интересные цифры. В среднем на одного жителя Гомельщины произвели продукцию на 25 тысяч рублей. Это самый высокий показатель по стране в прошлом году. Такие цифры на торжественном собрании по случаю 85-летия со дня образования Гомельской области озвучил председатель облисполкома Иван Крупко. Он подчеркнул, что за последние 15 лет в Гомельской области объем промышленного производства и сельхозпродукции увеличился практически в полтора раза. Кроме того, объем розничного товарооборота за этот же период увеличен в 3 раза. Сейчас промышленный комплекс формирует 40% ВРП Гомельщины. Читатели сильных новостей снова жалуются на Новобелецкий мост. Зауженный проезд, подпорки под путепроводом, а ремонта все нет. Вопросы горожан относительно судьбы Новобелецкого путепровода задаются уже много месяцев. Счет идет на годы. Еще в сентябре 2021 гомельчане обратили внимание на опасные ямы на мосту, но не на проезжей части, а на тротуаре. Жители Гомеля отправили заявку в службу 115. Тогда в Гомельском дорожно-строительном тресте рассказали, что провели техническую экспертизу и решили одну сторону моста закрыть, а вторую оставить свободной. Сообщалось, что путепровод планируется отремонтировать до конца года. В декабре 2021 история продолжилась. Было решено уменьшить нагрузку на путепровод. Например, грузовикам массой свыше 3250 кг запретили выезд на средние полосы в прямом и обратном направлении. Для всех участников движения ввели ограничение максимальной скорости до 40 км в час. Но время шло, а путепровод нуждался в ремонте. В конце прошлой осени появились новости о том, что в январе 2023-го на мосту начнутся работы. На тот момент была принята предпроектная документация. Объявили тендер на разработку проектно-сметной документации. Уже тогда было известно, что путепровод находится в предаварийном состоянии, а его левый пешеходный тротуар в аварийном. Это результаты официального обследования. И вот теперь читатели сильных новостей снова обращают внимание на судьбу моста. Сейчас под путепроводом стоят подпорки, но дело не в них. Подписчиков волнует, что на путепроводе выставили ограничения, а проезд сузили. И водители, которые едут со стороны Березок в Белицу, нужно быть очень аккуратным, так как приходится выезжать на встречку. Но из-за поворота обзор оставляет желать лучшего. Новобелецкий путепровод был построен в 1973 году. Его длина составляет 118 метров. Мост ждет ремонта, а гомельчане, судя по их жалобам, надеются, что эта набившая оскомину ситуация все-таки будет исправлена как можно скорее. Стали известны подробности провалившегося под лед такси в Новобелице. Напомним, 8 февраля недалеко от путепровода в Новобелице автомобиль такси провалился под лед. К счастью, водитель и пассажир не пострадали. Спустя несколько дней после инцидента ситуацию прокомментировала пресс-служба Яндекс.Гоу, передает городской журнал «Белка». Наша служба поддержки сразу связалась с водителем. По его словам, из-за свежего снега он не заметил, что машина оказалась на льду. Инцидент произошел не на заказе сервиса. Водитель отправлялся по своим делам, говорится в сообщении сервиса. Сам водитель говорил, что на месте пассажира находилась жена, а в заречную зону они приехали выгулять собаку. Житель Мозыря не смог пройти мимо приоткрытого окна в гомельском доме. Он забрался внутрь, украл оттуда коллекционные монеты, ноутбук, кофе, сахар, плитку шоколада, золотые украшения и зачем-то женские туфли. О случае пишет «Белка». 30-летний мозырянин уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за грабеж, причинение телесных повреждений и несколько раз за кражи. В июне он освободился из мест лишения свободы, а уже в августе не смог пройти мимо частного дома на улице Далекой в Гомеле. Убедившись, что хозяин
хозяев нет, мужчина перепрыгнул через забор. Затем, осмотревшись, увидел приоткрытое окно. Створка находилась в режиме проветривания. А дальше дело техники. У мангала стояла кочерга, а во дворе табурет. Большего преступнику и не требовалось. Молодой человек встал на табурет сквозь щель с помощью кочерги, провернул ручку второй створки окна и уже через пару минут был внутри жилища. Первыми на глаза попались коллекционные монеты и ноутбук. На балконе кофе, сахар и плитка шоколада. На втором этаже в шкатулке вор обнаружил три пары золотых сережек, а в шкафу белые туфли. Их преступник потом выбросит, а вот остальное распродаст. Во время следствия было установлено, что уже после этой кражи молодой человек совершил еще одну. В итоге его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Речка общая, хотим и ездим. А люди отдыхали у реки, а ночью приехали неизвестные на мотоциклах и напали на них. История произошла еще летом на берегу Березины у деревни Скалка в Светлогорском районе, куда приехала отдохнуть семья из Минска. Люди разбили лагерь, весь день рыбачили и отдыхали. Ночью главу семьи разбудила супруга. У реки ревели мотоциклы. Пока женщина успокаивала сына, мужчина вышел из палатки узнать, в чем дело, и проверить, на месте ли лодка и другие вещи. Но культурного разговора не вышло. Речка общая, хотим и ездим, ответили два незнакомца на замечание. Позже один из них ударил мужчину в грудь. Началась драка. Тут же подключился и второй мотоциклист. Женщина попыталась разнять мужчин, но тут один из нападавших начал душить ее мужа. Чуть позже преступники скрылись с угрозами, а глава семьи вызвал милицию. Через некоторое время хулиганы снова вернулись к лагерю, но все ограничилось угрозами и оскорблениями. Мотоциклистов задержали, обвинили в злостном хулиганстве. Вину оба не признали. Говорили, что потерпевшие напали сами. Но в итоге им не поверили, признали виновными и приговорили к 3 годам домашней химии. Более того, с них взыскали 7000 рублей морального вреда. По данным Белстата, средняя начисленная зарплата в Беларуси за декабрь стала рекордной за всю историю наблюдений. По итогам месяца средняя зарплата в Беларуси вышла на исторический максимум – $747 в эквиваленте. Что здесь еще интересно? Специалисты двух профессий уже обогнали по зарплатам айтишников. Возглавляет рейтинг топ-менеджеры горнодобывающей промышленности. Начисленная заработная плата за декабрь 2022 составляла 7921 рубль, а в ноябре прошлого года некоторые специалисты этой отрасли получили 19 262 рубля. Также айтишников обогнали специалисты сферы финансовых услуг и страхования. В декабре 2022 получали в среднем по 7523 рубля, а в ноябре по 4360 рублей. IT-специалисты заняли лишь третью строчку в рейтинге самых высоких зарплат. В декабре прошлого года они заработали по 7340 рублей, а в ноябре 2022 5967 рублей. К слову, на пятки айтишникам наступают представители воздушного транспорта. В декабре прошлого года они зарабатывали по 5328 рублей. 2 рубля оставили на чай, вот она и расстроилась. Нешуточные споры разгорелись в сети из-за этого видео. Его сняла официант, и она очень недовольна посетителями, которые сделали большой заказ на 648 рублей, а на чай оставили всего лишь 2 рубля. По ее словам, обслуживание было на высшем уровне, и тортик порезали, и напитки подливали. Вот девушка и негодует. Впрочем, смотрите сами. Подскажите, пожалуйста, люди, которые вот так вот делают, порежьте нам, пожалуйста, тортик. А разлейте нам, пожалуйста, мы вас не обидим. Я сейчас прикреплю вот здесь и покажу, как они рассчитались. Не обидят. А как вы считаете, оставлять чаевые – это обязательная часть похода в кафе и ресторан или дело добровольное? Пишите в комментариях. На этом у меня все. Подписывайтесь на Сильные Новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на Сильных Новостях уже завтра.